Мистер Кроули, вы сказали, что конфеты бесплатные. Это действительно так, а? Да. Как я уже сказал, из-за необычного положения в завещании, ты, Велма, как самый молодой член семьи Динкли, унаследуешь все имущество, включая замок в Трансильвании. Ты должна радоваться. Ты станешь богатой и унаследуешь все состояние своей семьи. Мне ничего не нужно от прапрадеда Безила. Пусть хоть раздадут все это мне, а ты что? Раздадут? Ты отказываешься? Возможно, это и к лучшему, учитывая слухи о сверхъестественном проклятии, нависшем над поместьем. Проклятие? Да, говорят, что любой, кто приблизится к наследию барона, потеряет то, что любит больше всего, а затем погибнет сам.